Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Бывают со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеют способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности, активизирует воображение. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Эти люди равнодушны к интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям любым путями. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.